красоту. Это слепое купе класса Гран-Туризма. По ощущениям, космический корабль. Все это я говорю о Форде Пробо 89 года. Чистокровный американец. Сегодня мы на нем погоняем. Что такое слепое купе? Начнем с определения купе. Это две двери и одна сзади. Того три двери на кузове. Что такое слепое? Это откидывающиеся фары. Волшебство! Так как внешний вид данного автомобиля буквально кричит о том, что это мегаскоростной автомобиль, мы решили это дело проверить. Заглянем под капот. Ньютон-метров крутящий момент. Практически как у грузовика. Можете себе представить, какую скорость развивает этот волшебный чудо-аппарат. Когда садишься за руль данного чуда американского автомобильного производства, возникают невольные ассоциации со старинным голливудским кино, с драками, погонями, полицейскими и криминальным сюжетом. И поэтому, чтобы не выбиваться из образа, я приготовил одну интересную деталь. Теперь я выгляжу как настоящий гонщик. О, да здесь еще и гидроусилитель руля имеется. Какая прелесть, вы поглядите. Надо сказать, сцепление слушается с первого раза. У-ху! Сразу же создается впечатление, которое вдавливает тебя в сиденье буквально с первого раза. Динамика сумасшедшая. Чувствую себя плохим парнем, уходящим от погони. У-ху-ху! Да, диванистая такая подвеска, не совсем подходит под все эти мощные штуки. Выглядит машина как хороший спортивный автомобиль, но по факту ведет себя как седан бизнес-класса, у которого просто очень мощный двигатель. Если вы любитель погорцевать и, что называется, поваливать от души, вам придется задуматься еще и над расходом. Если вы ездите очень быстро, то здесь вы будете тратить на бензин очень много, потому как ест она от 20 литров, как ГАЗ-24. Уу! Прошу обратить ваше внимание на электропривод сидений. 89-й год. Так как дверь очень длинная, ручка находится очень далеко. И чтобы мне закрыть дверь, мне практически приходится вылезти из машины, взяться и закрыть дверь. Только так это работает. Непропорционально. Это для американцев с длинными руками сделанный автомобиль, я не знаю. В условиях обвалившегося рынка в силу кризиса данный автомобиль будет стоить всего лишь каких-то 100 тысяч рублей. Успевайте, как говорится, приобрести, пока есть время. Данный автомобиль для людей безумных. Если ваши друзья называют вас сумасшедшим хотя бы в шутку, то этот автомобиль, безусловно, для вас. Пристегивайтесь, смотрите «Утро на Енисея» и никогда не делайте вот так!